2018 посвящен Году Малой Родины. Многочисленные субботники, культурные и образовательные мероприятия. Все для того, чтобы сохранить и приумножить традиции и то, чем славится Беларусь. Масштабный республиканский проект стартовал настолько успешно, что решено его продлить. Год Малой Родины трансформировался в трехлетку, вплоть до 2020 года. Соответствующий указ принят в целях стимулирования социально-экономического развития регионов, формирования активной гражданской позиции у населения, сохранения историко-культурного и духовного наследия. Совету министров поручено совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом разработать и утвердить республиканскую программу мероприятий по данной тематике, а также обеспечить координацию деятельности государственных органов и других организаций по выполнению названной программы.